перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Привет. Слушай, братишка, ну ты хорошо выглядишь, честное слово. Спасибо. У тебя тоже там солнышко? Нет. Слушай, тебя что-то плохо слышно. Ты в микрофон говоришь? Да. Ну, оп, тихо, тихо как-то, знаешь, так это... Да, подписчики, привет. Ну, давай тогда, раз ты пришел, расскажи нам чего-нибудь. Сегодня стрим с вами на YouTube, в котором мы будем обсуждать, кто победил в Шанхае и чем конкуренция. И мы будем решать этот вопрос сугубо в прямом эфире, исключительно в 7 вечера сегодня на канале Сова ЭКБ. Вот. И будет очень весело, позитивно. Вот. А я потихоньку тут тусуюсь на лавочке. Жду друга. Я тоже на лавочке, бля, братан, я тебе отвечаю. А, так почти, мы на одной лавочке практически сидим. Да, на самом-то деле, просто, вот, знаешь, в параллельных вселенных, короче. Вот, у нас да. Погода схожа, да, и обстановка, атмосфера. Да. Но мира, где ЗБ отменяет решение Коломойского, не нашел ни одного. А там не только мое решение, там все решения. Все решения парадоксы. Сразу, да. Ужасно. Я бы забастовку объявил на вашем месте. Да послушай, ну мы потом пересмотрели исходники, и мне почему-то смешно стало. Знаешь, я сидел, просто смеялся, потому что это... на видео это еще смешнее выглядит, потому что ты как-то уже воспринимаешь это по-другому, и со стороны это прям мне было очень смешно. Вот. Вот, ну как-то так. Слушай, мне кажется, ты поправился, не? Да, да, я жру как человек, который любит пожрать. Ну, вот. Я все равно очень рад тебя видеть, знаешь, вот я тебя не видел где-то год, блядь, вот, и тут ты наконец появляешься, это так здорово, на самом деле. Я, как говорится, я ждал тебя год, и там да, на сцене ждал... не читал этих строк. Ой, ну, как вообще, у тебя все хорошо? Да, да, только рэп не пишется почему-то. А чего рэп не пишется? Да что-то как-то не получается. Ну, подожди. Просто вот когда мы с тобой прям вот так плотно коммуницировали, ты прям был вот, и в плане творчества, ну, да. И в плане всего, ты прям был гиперактивный. Сейчас я гиперпассивный. Ну а ты как-то планируешь вот возвращаться вот в эту боевое состояние? Ну я хочу, но у меня не получается, понимаешь? Я вот, как бы стараюсь. Хорошо. Что-то там, слушай биты. Что необходимо сделать, как можно повлиять на тебя, ну, то есть не только я, там, может быть, кто еще, какие-то зрители, чтобы вот себя вогнать как-то вот в былую какую-то вот активность? Не да, знаю, вот. Не знаю, пока непонятно. Если будет понятно, я всем сообщу обязательно об этом. Вот. Ну, хорошо. На самом... Ну, вот смотри, да, вышел да. Альбом «Волки на пляже», вот как-то фидбэк, то есть ты доволен фидбэком, вот что можешь сказать вообще по этому поводу? Ну, я весь фидбэк пропустил, потому что я был в больнице в это время, и фиг его знает, я планировал совсем по-другому выпускать, я там клипы хотел снимать на него, там уже все практически готово было, просто так обстоятельства сложились, что не получилось, вот, и так что... Фидбэк не такой хороший, как мог бы быть, и вообще очень-очень, короче, хороший проект, но не получилось его реализовать так, как я хотел на самом деле. Сразу скажу, что, господа, не пишите всякие гадости, потому что, ну, это некрасиво, с вашей стороны. Да. Вот. Ну, хорошо, то есть ты, получается, ждешь вот это какого-то вот вдохновения, да? Ну, наверное, вот. Да. Видно голубей? Слушай, ну прям совсем чуть-чуть, ты ж, мы ж ну, наполовину разделились, да, поэтому... Я... А, слушай, вижу голубей, охуенно. Твои пацаны. Ну, слушай, я рад, что ты дождался своих пацанов, вот.
А, слушай, я все понял, я понял, почему голуби, бля, я понял. Что-то пиздец, я не быстро выкупил, но я понял, короче, да. А я сам не выкупил. Ну, голуби, это же команда Оксимирона. А, точно, да. Понимаешь, да, да. Это, бля, охуенно. Так, кстати, давай тогда в прямом эфире передадим привет команде Оксимирона. Вот, вы практически... Этим подсосом, что ли? А почему подсос? Ну, PM и 5 подсосов еще. А понимаешь, я в том-то дело, что я кроме ПМа, вот, ну, с остальными я прям вообще не знаком, то есть, ну, вот на отборах меня, наверное, почти никто не впечатлил, прям вообще пиздец, ну, кроме там ПМа, естественно, да. И сектора. И сектора, да, то есть, ну, Парагрин что-то неплохо сделал. Я больше не считаю Оксимирона за человека после того, как он сектора не взял в команду, я считаю, что он жужелится максимум, это просто позорище. То есть, вот вышло 8 батлов, и лучше сектора, ну не знаю, может быть, PM и Бови лучше сектора были. Все. То же самое, но к Смокину вообще, как бы, так сказать, ожидания были занижены изначально. То есть понятно, что он там не шарит, и в принципе, Смокимо, как бы, но он взял Браги, Парагрина, там еще кого-то, то есть он более-менее нормальную команду набрал. Но, с другой стороны, непонятно, опять же, чем он руководствовался, когда... И, опять же, Казанский тоже отлично сделал. Ну, так, прям хорошо. То есть, Казанский еще спорно, там, да, есть и лучше. Но сектор — это вообще просто отвратительно. Да, последний батл был нормальный, да. Более логичный, более правильный. Ну, да, по идее, да. Ну, там Бови, Парагрин, Браги, Энрейдж вроде бы. И еще два каких-то цепочек. Бля, Enrage... А, короче, Enrage, посмотрим. Enrage, который халям большой, но у него раунды прям вообще, они были короткие, пустые. Ну, кстати, сектор, привет, мы как раз... Тебя может быть. Мы сектор, мы вспоминаем как раз, да. Да. У тебя нормально? А, сектор? Ну да, просто я иногда мажет, но нет, в целом нормально, потребно. Сектор, привет. Там сектор пришел. Да? Да. А, слушай, сектор же, да. Наш стрим сектор. Будем обсуждать. Ну, на самом деле, сектор, сразу хочу сказать, что с радостью лично я бы тебя увидел на РПЛ. Понимаешь, что бы там ни происходило, вот, на РПЛ. Ты все еще завис.